Я была на этом месте, но вот сегодня какое-то, может быть, трудно сказать, но очень-очень тепло. И очень-очень тепло, очень душевно. И вот так бы сидел бы тут, жил бы тут, вот, жил. Эмаль я вижу впервые, да. Мне она понравилась. Просто мне это нравится. Вот мне хочется на это смотреть. И, скажем так, очень много, вот очень такой точный критерий. Вы бы повесили это дома. Вот много из этого я бы повесила дома. Значит, наверное, это хорошо. Любая работа, любое произведение искусства – это продолжение своего «я». И вот насколько это «я» выражено в этом произведении искусства, настолько оно притягивает людей.